Привет всем! Этот зимой я ходил на 2 снегоходные школы. Был очень много в России, всю 3 месяца, и снимал очень много разные видео. И от этих видео сейчас сделал маленькие ролики. Что давайте пойдем посмотрим, как я от Финляндии полетел в Россию и как на Екатеринбург учил первую группу. Первый ремонт? Да. Первая гора, первое учение и первый ремонт. Послание для Йоси. Йоси, ты где? Школа дала очень много. Все благодаря первому дню учебе. Сам заметил, что много выше стало. Если раньше застревал на ровном месте, то сейчас. В следующем году к нам на всю зиму.